За прошедшие сутки на дорогах региона зарегистрировано 64 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 9 человек. За те же сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали около 2500 нарушений правил дорожного движения. Трое водителей задержаны за управление автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Однако в случае, который произошел в железнодорожном районе областного центра, алкоголь ни при чем. По предварительной информации, водитель, молодой человек, 18 лет, не имеющий права управления транспортным средством, управляя автомобилем ВАЗ-2105, который не зарегистрирован в установленном порядке, во время торможения не справился с управлением и совершил наезд на световую опору, после чего с места ДТП скрылся. Вскоре водитель был задержан. Главное, что ему сейчас вменяется в вину, это управление незарегистрированной машиной, не имея на то прав. Кроме того, хотя тут ответственность больше моральная, что пассажира, сидевшего на заднем сидении, мальчика 14 лет, он бросил в разбитом автомобиле. Сейчас подросток находится в реанимации. 5 числа в 4:10 в нашу больницу был доставлен ребенок в очень тяжелом состоянии. Ребенок немедленно был доставлен в реанимационное отделение, где находится по сегодняшний день. Состояние его на данный момент остается очень тяжелым. Вот, лечение он получает в полном объеме, соответственно, стандартам данной патологии. Врачи делают все возможное для спасения жизни ребенка. Однако пока нет 100% уверенности в положительном результате, говорят они. А в ГИБДД отмечают, что если бы водитель и пассажир воспользовались ремнями безопасности, то трагедии можно было избежать. Павел Половов, Александр Кудряшов, репортер 73.